Привет, ребята! Сегодня замечательный день и предлагаю провести его интересно. А что может быть интереснее кулинарного путешествия? Берите свои лопатки, венчики, кастрюльки и сковородки. Прямо сейчас мы отправляемся! С вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа. Сегодня мы можем узнать, что готовят на завтрак жители мыса Дежнев или что подают на обед на Кольском полуострове. Захотим, попробуем блюдо, традиционное для тех, кто обитает в предгорье Верхнеянского хребта. Или выясним, чем угощают в устье реки Обь. А где же мы возьмем рецепты, спросите меня вы? Да нет ничего проще. Все рецепты блюд кухни Российской Федерации собраны в моем кулинарном путеводителе. Здесь и Архангельская, и Иркутская, и Красноярская, и Липецкая. Словом, все кухни нашей страны. Осталось только выбрать, куда же мы сегодня с вами отправимся и что будем готовить. И по традиции этот выбор сделают мои помощники. Это Егор Щербаков, ему 7 лет. Егор занимается шахматами и хоккеем. Обожает кататься на самокате и мечтает стать футболистом. А это Женя Афонина. Ей тоже 7. Женя обожает рисовать и смотреть на звезды. И когда вырастет, будет художником или астрономом. Привет! 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 Привет, друзья! Ну, рассказывайте, какие кулинарные путешествия вы уже отправлялись? Какие кулинарные открытия там совершили? Я был в Санкт-Петербурге. Я ел очень вкусные бургеры и запеченные пельмешки. Вкуснотища какая! Я была в Суздале, ела вкусные сосиски. Неплохо, неплохо, друзья мои, но мне не терпится узнать, куда же мы с вами сегодня отправимся, а главное, на чем. Давайте попробуем немножечко поколдовать и заодно поймем, на чем мы сегодня с вами летим, плывем или едем. Да. Давайте. Путешествие! Ура! Ехать нам скорей! Пора! Ух ты! Ничего себе! Самый настоящий корабль, парусник. Эх, нам нужен только попутный ветер. Что-то ничего не получается. Может быть, мы что-то забыли? Ой, ребятки, кажется, получается. Это же летучий корабль. Держите меня скорее за руку. А, как там говорят в сказках-то? Земля, прощай! На посадку! Ух, ничего себе! Что же хранится в этом сундуке? Ты как думаешь, что там? Я думаю, что там сокровища. А ты как думаешь, что там? Конфетки. Нет, ребята, там до регионы нашей страны. Сейчас кто-нибудь из вас наугад вытащит первый попавшийся регион. И именно туда мы с вами и отправимся в путешествие. А кто же будет вытягивать регион? Я! Предлагаю устроить настоящее состязание. Нужна палка, нужна палка, нужна палка, выбиралка! Оп! Вот она, палочка-выручалочка, палочка-выбиралочка. Мы по очереди хватаемся за нее ладошками. 1, 2, 3, 4, 5. И вот тот, чья ладошка окажется последней, тот и победил в нашем состязании. Приступим? Да. Давайте, начинайте. Ах, смотри-ка, Женя, твоя счастливая рука вытаскивает из нашего сундука регион. По-моему... Это, по-моему... Рязань. Рязанская область! Как я рад! Я сегодня поеду в свой любимый город. И мне вдвойне приятнее, что я отправлюсь сегодня на свою родину вместе с вами. Ну, наверное, вы без труда мне назовете. Главный город Рязанской области – это... Рязань! Вау, молодцы, здорово! Как хорошо, что вы об этом знаете. Ну а кто найдет Рязанскую область на карте Российской Федерации? Ну давайте, ищите вдвоем. Нашли? Да. Молодцы, клейте веселого поваренка. И мы полетели в Рязанскую область. Ну что, друзья мои, предлагаю летучий корабль поставить на прикол, а мы с вами будем знакомиться с местной кухней. И первое блюдо, которым нас здесь могут угостить, это... Блины! Блины!
Вот я тоже думал, что это блины. А это не блины, а называются они тоньцы или блинцы. И следующее блюдо – это… Суп. Это суп, но называется он взварец. Готовят его на мясном бульоне, без лука и без чеснока. Ну и следующее блюдо – это… Курица. Это выжарки. Знаете, что такое выжарки? Нет. Выжарки – это жареные овощи, которые долго-долго готовили на сковородке. Следующее блюдо называется губенка. Это такая каша, которая готовится с грибами. Последнее блюдо рязанской кухни, с которым я хотел бы вас познакомить прямо сейчас – это кашник. Кашник пекут из молочной пшенной каши. Добавляют туда масло, ягоды, в общем, достаточно вкусный пирог. Но это не все блюда рязанской кухни, а вот рецепты всех блюд хранятся в моем кулинарном путеводителе. Осталось только выбрать, что же мы сегодня будем с вами готовить. Предлагаю устроить состязание. Вы согласны? Да! Тогда, как там у нас говорят, земля! Прощай! Друзья мои, а знаете ли, куда мы с вами прилетели? Мы с вами прилетели в село Старая Рязань. Именно здесь находилась столица Рязанского княжества, великого, богатейшего княжества, которое, к сожалению, было разрушено в 1237 году во время набега татар-монгол. Но в Рязанской земле осталось очень много кладов, потому что город был богатый, здесь жило много зажиточных людей, и сейчас я предлагаю вам попробовать себя в качестве археологов. И объявляю полевой сезон открытым! Ребята, давайте подводить итоги. Сколько кладов нашла Женя? Считай, сколько? 8. Так, а сколько у тебя кладов, Егор? 9. 9 кладов. Значит, более удачливым археологом в этом сезоне оказался Егор. Давай устроим ему аплодисменты. Ну, а нам самое время отправляться на кухню, чтобы... выбирать первый рецепт. Верно. Прощай, земля! Прилетели. Отдать швартовые, бросай якорь. И главный археолог в нашей студии – это Егор. Он берет сейчас кулинарный путеводитель, открывает его на букве «Р» и читает первое блюдо рязанской кухни. Интересно, что же это за блюдо, а? Я выбрал чудесные котлеты. Размочите хлеб в молоке, нарежьте лук и грибы, разбейте яйца и перемешайте все с мясным фаршем. Посолите, поперчите и сформируйте котлеты. Обваляйте их в муке и жарьте на сковороде. Я думаю, что вы легко справитесь с этим блюдом. Чудесные котлеты. Да. Да. Тогда нам нужно выставить на стол продукты. Помните волшебные слова? Да. Тогда начинайте. Мы не маленькие детки, будем мы лепить котлетки. Фартуки. На месте. На месте. Продукты. На месте. Носы. На месте. Ну, у кого на месте, а у кого и не на месте. Ну, ладно, мне он пока не понадобится. Кстати, а для чего вам нужны носы? Чтобы не плакать от лука. Ага, вы попробуйте носы, а я попробую другой способ. На секундочку положу в морозилку луковицу. Я раздаю вам ножи и не устаю напоминать, что пользоваться ножами дети должны в присутствии взрослых. Нам нужно порезать грибы, порезать лук, чеснок и размочить хлеб в молоке, да? Да. Ну, с чего начнем, друзья? Давайте с лука. С лука. Как ты думаешь, уже замерз наш лук или нет? Мне кажется, да. Да, и прежде чем начать резать лук, я предлагаю вам смочить нож в холодной воде. При нарезании лука все способы хороши. Прямо сейчас на ваших глазах
мы нарезали лук, и ни одной слезинки не упало с наших ресниц, правда? Да. Да их просто там нет. Мы продолжаем готовить чудесные котлеты. А давайте вы вместе займетесь хлебушком, замочите его в молоке, но прежде наломайте на совсем малюсенькие кусочки. Хорошо. А я пока нарежу грибочки. Так, друзья мои, предлагаю устроить конкурс на знание грибов. Давайте. Давайте по очереди будем называть грибы, которые вы знаете. Подосиновик. Подосиновик, отлично. Белый гриб. Белый гриб, самый подберезовик. Вкусный. Подберезовик, обожаю. Лисичка. Лисичка, сестрички. Угу, есть такие грибы. Волнушки. Волнушки, замечательно. Дедушкин табак. Дедушкин табак, конечно. Свинушки. Свинушки, да, есть такие замечательные грибы, маринованные, очень вкусные бывают. Мухомор. Мухомор, он же несъедобный. А, условий не было, чтобы называть только съедобные грибы. Да. В этом конкурсе, я думаю, что побеждает дружба. Держите медали, вот такие наши медали за участие. Молодцы, ребята. Ну что, с хлебушком справились? Да. Заливайте молоко. Самое время добавить грибы. Помогайте мне. Ой, по-моему, мисочка маловато. Да. Мы же туда еще фарш будем добавлять, да? Ну да. И яйца. Перекладывайте в большую миску. Добавляем фарш. Разбиваем одно яичко. Или два. Давайте два. Давайте. Фарша много. Берете яйцо, берете нож. Нож берете тупой стороной. Кладете вот так и бьете. Пробуй. Друзья, ну а я надеюсь, что вы помните, что пользоваться ножом дети должны в присутствии взрослых. Теперь нужно немножко посолить и поперчить. Сейчас мы еще добавим лук. И вот теперь нужно все тщательно перемешать. Вы справились с фаршем? Да. Замечательно. Осталось только сформировать котлетки, обвалять их в муке и обжарить с двух сторон на сковороде? Да. Достаю сковороду, ставлю ее на огонь. И я не устаю вам напоминать, что пользоваться плитой дети должны в присутствии взрослых. Мы это знаем. Пока греется наша сковорода, мы с вами сформируем котлетки. Вы когда-нибудь сами лепили котлеты? Да. Нет. Жень, давай рассказывай, как лепить котлеты. Будешь нас с Егором учить. Можно взять рукой, так. А можно ложкой взять некоторое... Немного фарша? Да, фарша. И просто мять, как котлетку. Угу. То есть... Делать шарик? Да. Ну, как снежки? Да, а можно шарик, а можно немного овальную. Угу. Так, а чтобы наши руки не сильно пачкались и котлеты отлипали от руки, можно воспользоваться водой. Смачиваем ручки. Бери фарш. Так. А после того, как слепили, уже делать да, обваливайте в муке. Угу. И выкладывайте вот сюда. Наливаем масло на сковороду. Это я сделаю сам. Угу. Ну и самое время выкладывать котлетки. Да. Ой, какой сейчас будет аромат, ребята. Ну а пока наши котлетки обжариваются 5 минут с одной стороны, я думаю, что самое время позвать кого? Феи чистоты. Верно. А помните, как ее звать? Да. Давайте. Раз, два, три! Феи чистоты, прибери! Смотрите-ка, здорово, вам понравилось? Да. Но вот пока она здесь прибиралась, наши котлеты уже с одной стороны, кажется, поджарились. Подходите, давайте смотреть, как там наши котлетки. Сейчас я их накрою крышечкой. Но прежде чем накрыть крышечкой, помните, что нужно сделать? Да. Что? Проколоть вилкой. Коллега, прошу вас, я думаю, что вы это сделаете замечательно. Давай, аккуратненько прокалывай вилочкой. Вынимай вилочку.
Угу. Прокалывай. А для чего мы прокалываем котлеты вилкой? Чтобы они внутри прожарили. Угу. Да, верно. Так, хорошо. Вот она, крышечка. Ну, а пока наши котлеты дожариваются, предлагаю во что-нибудь поиграть. Давайте в тумби-ямбу. Давай в тумби-ямбу. А что это за игра? Надо петь тумби-ямба, 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 тумби-ямба. И все? А потом я вижу вилку, ла-ла-ла-ла-ла, я вижу кроп, ла-ла-ла-ла-ла, я вижу лук, ля-ля-ла-ла, я вижу масло, ла-ла-ла-ла-ла. А давайте стучать. Тумба-ямба, 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 я вижу ложку, ла-ла-ла-ла-ла. Я вижу еще одну ложку. Ла-ла-ла-ла-ла. Тумби-ямба, 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 тумби-ямба. Я чувствую, что котлеты готовы. Ла-ла-ла-ла-ла. Давайте их снимать. Ла-ла-ла-ла-ла. А то сейчас пригорят. Ла-ла-ла-ла-ла. Выключаем газ. Выключаем газ. Так. Ну что, по-моему, было очень весело. Да. Да, мне тоже так кажется. Ах, какой аромат! С ума сойти! Вкусный очень пахнет. Чудесные котлеты готовы! А готовили мы чудесные котлеты так. Мы размочили хлеб в молоке, нарезали лук и грибы, разбили яйца и перемешали все с мясным фаршем. Посолили, поперчили, сделали котлеты и пожарили их на сковороде. Друзья мои, сегодня мы путешествуем по Рязанской области. И я вам напоминаю, что это, между прочим, моя малая историческая родина. Мы сегодня с моими гостями приготовили первое блюдо, которое называется... Чудесные котлеты! Кстати, мне очень понравилась игра про тумби-ямба. Давайте-ка попробуем в нее еще немножко поиграть. Давай, ну, давайте. Заводите вашу тумби-ямбу. Тумби-ямба, тумби-ямба, тумби-ямба. Ну а у нас есть еще немножко времени, чтобы поиграть и приготовить второе блюдо. Но прежде мы позовем летучий корабль. Поднять паруса! Земля! Прощай! Вот мы и зашли с вами на посадку. А прилетели-то мы с вами в Дягилево. Именно здесь, в районе Дягилева, находится огромный аэродром. И здесь находится удивительный музей дальней авиации. Здесь стоят тяжелые бомбардировщики, здесь есть дальняя авиация, здесь есть и транспортная авиация, и летающий радар. Словом, все, что вы мечтаете увидеть в авиации, все находится здесь. Этот музей под открытым небом просто чудесное место для любого мальчишки, девчонки. Давайте сделаем с вами целую авиационную эскадрилью, а? Давайте. Давайте, и потом отправим ее в полет. На старт, внимание, полетели! Давайте подведем итоги. У кого сколько получилось? Три. Я четыре. А, у тебя четыре, у тебя три. А у меня всего лишь один. Женя, оказывается, у нас самый лучший авиаконструктор, да? Ух, девчонка, девчонка, а конструирует то-го-го. Аплодисменты устроим ей. Ну что, друзья, отправляем наших голубей в небо. В небо! Ай, наш летучий корабль тоже захотел полететь. Женя, за штурвалом мы с Егором полетели. Мягкая посадка. Чувствуется опытная рука главного авиаконструктора Жени, да? И я чувствую, что сейчас нам просто необходимо взять кулинарный путеводитель, открывать его на букве «Р» и читайте рецепт второго блюда рязанской кухни. Я выбрала радость Мишки. Так, подождите, подождите. Значит, я Рома, Егор и Женя у меня в студии. А где Мишка? Ну ладно, неважно, потом разберемся, читай.
Заварите черный чай в крутом кипятке. Добавьте палочку корицы и оставьте на 10 минут. Разомните малину и мяту, а затем добавьте в чай. Немного остудите и положите несколько ложек меда. Процедите чай и разлейте по чашкам. А, вон в чем дело. Ну что, поняли, где здесь Мишка? Да. Ну, где? Это чай. Почему он так называется? Ну? Потому что здесь есть мед и малина. Да, конечно. А Мишки любят... Ну, это малина. И малина. Ну, да, действительно. Друзья мои, ставьте кулинарный путеводитель на место. А мы сейчас с вами будем выставлять на стол продукты. Давайте поколдуем. Мед, малина, мята, Мишкина услада. Ух ты, сколько специй. Так, чай есть, мята есть, малина есть, корица? Есть. Есть? А что здесь корица? Не знаю. Вот это? Интересно. А это что? Это имбирь, наверное. Наверное. А это? Гвоздика. А это что? Лимоном. Лимончиком, да? Да. Если есть чуть-чуть лимон, значит это кардамон. И эти пряности нам сегодня не пригодятся. Но они нам могут пригодиться для приготовления другого чая. Сейчас нам нужно насыпать чай. А сколько нам нужно ложек чая? Ну, наверное... 4. Правильный ответ. Мы кладем по ложечке каждой себе. Это ложечка для Егора. Это ложечка для Женечки. Положите ложечку для Ромочки. И еще одна ложечка для гостя, который, может быть, сегодня к нам пожалует в студию. А теперь заливаем заварку кипятком. Делаем это осторожно. И если вы будете заваривать чай, то лучше попросите взрослых залить кипяток в заварочный чайник. Кладем две палочки корицы. Поставим пока в сторонку завариваться. А мы с вами займемся малиной и мятой. А что нам нужно сделать с малиной и мятой? Порвать и помять. Кто будет что делать? Я буду мять малину. Я тогда рвать мяту. Так, малину пересыпай вот сюда, а мы с Женей порвем мяту. Смешаем мяту и малину. Давайте. Так. Перемешивайте хорошенечко. Выкладывайте малину с мятой в наш чай. Я буду класть мед в наш чаек. Надо сначала чай остудить! Что ж такое-то, а? Что же вы мне не напомните, что чай нужно остудить? А почему? Потому что мед все полезные свойства свои потеряет, если его залить в горячий чай. Ну, практически в кипяток. Будем студить чай? Давайте. Давай. Раз, два, три. Северный ветер, приди. Все, раз, два, три. Северный ветер, уходи, а то у нас чай будет ледяной. Ну вот. Он остыл, и самое время добавлять мёд. Так. А помните, как на Руси говорили, да? Ну, в конце сказок как говорят? И я там был. Я там был, и мёд я пил. По усам текло, а в рот не попало. Хе, верно, так и говорили. Мы достаем стаканчики, сито, и разливаем чай по стаканчикам. Наш рязанский чай. Радость Мишки готов! А готовили мы чай так. Мы заварили черный чай крутым кипятком, добавили палочку корицы и оставили на 10 минут. Потом размяли малину, нарвали мяту, добавили мед, процедили чай и разлили по чашкам. Дорогие друзья, это программа «Секреты маленького шефа», и я только что поделился с вами своими кулинарными знаниями. Но это делать мне вдвойне приятно, потому что путешествуем мы по Рязанской области, и это моя родина. Ну а чтобы утроить мою радость, сейчас мои гости, Женя и Егор, покажут свои поделки. Я сделала для вас подставку для горячих там кастрюль, чайников. Здорово. Смотри, у нас есть горячий чай, радость Мишки, и мы сейчас его поставим на подставку.
А я вам приготовил пряничный домик. О, самый настоящий пряничный домик. Съедобный. Съедобный. А давайте мы съедим его вместе с чаем. Давайте. И в подарок вы получаете макробот от Silverlit. Silverlit специализируется на электронных и радиоуправляемых игрушках. Все игрушки способны на многое. А этот макробот выполняет до 50 последовательных действий и даже запоминает пройденный маршрут. Спасибо, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Друзья мои, вы замечательные кулинары, талантливые авиаконструкторы и просто чудесные путешественники. Ребят, мне с вами было очень здорово и весело. Спасибо вам. Было классно. Мы с вами сегодня научились готовить исконно русские блюда, которые называются чудесные котлеты. И чай «Радость Мишки». Друзья, ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то нечего стесняться. Пишите нам по этому адресу, присылайте ваши заявки. Вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока! Пока!